И волшебное утро, дорогие друзья, мои хорошие смехоежики. И сегодня мы больше уделим внимание массажу. Но так как мы все делаем на радости, да, то у нас сегодня будет смехомассаж, да. Все открыли форточки, все взяли водички, набрали, а также возьмите любые свои такие, знаете, щеточки, расчесочки, вот такие мячики стиральные, да, для стирки. Вот такие можно расчесочки, вот такие щеточки, вот разные такие вот мочалки, массажи для релакса, да. Вот все, что у вас такое есть, подручное. Сегодня нам все-все пригодится. Угу, хорошо. И сейчас мы набираем вдох низ живота. И напоминаю, что плечи, грудь у нас не поднимаются на вдохе, а наоборот зафиксированы. Плечи опущены. И мы набираем вдох эндорфинов, гормонов радости. Вдох. Вот как на пятом месяце, да, забеременели счастьем, да, держим, держим, держим. И побултыхали, чтобы у нас вот эти вот гормоны радости, счастья, чтобы они вот проникли, да. Так прям расплескать на все органы, да. Выдыхаем все ненужное, выдыхаем все, что нас вводит в смятение, сомнения, волнение. И еще раз вдох. Держим и побултыхали в другую сторону. Держим, держим дыхание. Вот так омываем, обмываем все органы. На выдохе проверяем, как у нас губки расслаблены или нет. И еще раз вдох. И погладили животик. Держим, держим. Погладили животик по часовой стрелочке. Хорошо. А сейчас мы сделаем вдох. И вот так хорошо-хорошо пробултыхаем, чтобы у нас все гормоны радости, счастья, чтобы вот хорошо-хорошо расплескались по всему нашему организму, по всем нашим внутренним органам. Еще раз вдох. Держим, держим, держим. И разбалтываем все, смех добавляем. Помогаем. И наш животик хорошо-хорошо работает, пресс хорошо разрабатываем и добавляем смех. И вперед, радости. Представляем все доброе, хорошее, любые ароматы. Вдох морского бриза, хапку. И, друзья, растерли хорошо-хорошо наши пальчики. И отдельно каждый. Сегодня им хорошо-хорошо придется поработать, поэтому мы им дадим нагрузку. И для этого мы должны обязательно наши пальчики любить, благодарить, уделять им особое-особое внимание,
чтобы было кровообращение, кровоснабжение до кончиков пальцев. Наши пальчики, они выполняют очень важную функцию. Что бы мы без них делали, да? Практически все, что мы делаем с помощью наших пальцев, да? Не просто рук, а пальцев. И готовим, чистим картошку, да? Мы пишем очень много, занимаемся. Мы носим сумки, мы даем нагрузку нашим пальчикам, нашим рукам, да? Кто-то вяжет, кто-то шьет, мы делаем уборку. Да, поэтому наши пальчики, очень важно, чтобы они работали. Очень важно, чтобы они были хорошо проработанными, гибкими. Да, хорошо, встряхнули. Всю усталость с пальчиков. Хорошо, и помотали кистями вперед и назад. И смех, помним, мы везде добавляем смех, у нас смеха зарядка, у нас смеха массаж, у нас смеха все, у нас смеха жизнь, да? Вот так вот лапками по воде плюхаем. Собрали охапку всех неудач, кашля, что там еще, волнений, и сбросили все. И все, как брызги, разлетелось, ушло. Паром все в облачко растаяло. Хорошо. Разминаем шпагатики. Помним, да, на столе прям можете делать. И меняем пальчики. Вот так разминаем. Хорошо. Даем гибкость пальчикам. Другая. Так. Вот так, хорошо, хорошо, гибкость, да. Кисть потянули к себе, от себя. Я говорю, а вы ж не говорите, поэтому вам надо смеяться. Улыбочки одели все, и все, что мы делаем, вот так, чтобы чуть-чуть до легкой боли доводим. А смех, он, кстати, еще и хороший обезболиватель, помним, да? Вот такую волну, и наши суставы все прорабатываем в другую сторону. О, сбросили вдох. Сбросили. Ну как, наши пальчики разогрелись, да, хорошо. И давайте теперь начнем с нашего мозга. И мы сейчас его, давайте так змеечку открываем. Крышечки. И берем эндорфинчиками, сыпем. Это все гормоны радости, дофамины, окситоцины. Вот такие ингредиенты, да, чтобы все только доброе, веселое, хорошее было. И теперь замешиваем это, чтобы во все клеточки, оба полушария, хорошо, хорошо, так замешиваем. И представьте, сколько мы гормонов радости, да, добавили. Все хорошо, хорошо, так массируем, делаем классический беспорядок на нашей голове. Ох, красавцы какие! Ух! И еще. Встряхнули, чтобы все извилины на место стали. И лошадку. Губки расслаблены. Беззвучно. Хорошо. Все на место, погладили наш мозг, поблагодарили, что он у нас хорошо работает, у нас отличная память, да, наш мозг адаптивный, наш мозг гибкий, пластичный, да, закрыли змеечку, хорошо, растерли пальчики, и поехали, такой вот дождик делаем от лба и наверх. И по черепной коробочке хорошо, хорошо. И, конечно, смех добавляем.
Еще хорошо, да, добавляем, вбиваем, все радостно, все хорошее, да, чтобы наш мозг помнил, надо улыбаться, надо радоваться жизни, да. Я говорю, я счастливая или счастливый, да, я жизнерадостная, я оптимистка, я жизнелюбивая. Почесали голову хорошо, прям ноготочками хорошо. Взяли за волосы, потянули в разных местах. Потянули. И вот так двигаем, да, вот как скальп, да, вот так двигаем скальпом. Губки расслаблены, вдох. Погладили себя. Мои волосы густые, мои волосы гибкие, мои волосы сильные. Мои волосы блестящие, красивые, да. Погладили себя, хорошо. Сброс ручками. Ушки. Но мы знаем, что все органы, да, они связаны с нашими точками на стопе, на ушах, на кончиках пальцев. Поэтому хорошо разминаем, чтобы наши ушки были прям красными. Потянули на прищепочки себя, да. Похлопали вот так ушами, хорошо. И по кругу поехали. Взяли ухо, по кругу вперед и по кругу назад. Оба ушка крутим. Хорошо, молодцы. Теперь пальчиками прошлись по всем извилинам вот внутри. Прошлись. И чистим ушки, смеемся. Вставляем такую ушную нить, как зубная нить, только ушная. Через уши продеваем и смеемся. У меня отличный слух. Я все Я слышу, что там за 2 квартала впереди. Хорошо, почистили ушки, поиграли на гармошке. Потянули вниз, по очереди. Хорошо. И теперь наше личико. И давайте от серединки к ушам. Прорабатываем. Когда мы смеемся, наши щечки поднимаются наверх. И мы прорабатываем мышцы наверх. И шипковыми движениями. Вы можете, кстати, и какой-нибудь крем взять, да, на кончике пальцев, чуть-чуть. Межбровная зона. Да, обязательно улыбаемся, чтобы у нас вот разглаживались вот эти вот морщинки посередине. Да, если есть эти морщинки, значит, о чем это говорит? Ну, это зона, да, недовольства, когда мы часто в гневе, хмуримся, да, такого человека трудно назвать жизнерадостным оптимистом, трудно, да, поэтому мы вот эту зону прорабатываем, и дождик делаем, да, кончиками пальцев, так, да, вот от серединки в стороны, и вверх. Да, вот так. Бровки щипковыми движениями. И не забываем, да, что когда у нас улыбка, смех, да, у нас мышцы прокачиваются наверх. Хорошо, молодцы. Теперь от висков и вокруг пошли.
От висков к носу и по верхним векам. Вот так вот дождик делаем. Смех добавляем. И вот эти морщинки гусиные лапки. Хорошо, хорошо попрорабатывали. А у нас это смехолучики, да. И мы приветствуем пальчиками, через пальчики добавляем туда любви, молодости, красоты. И снизу вверх, да, вот так, под нашу шейку, чтобы не было второго подбородка, хлопковое движение. Овал лица, да, вот так вот немножко прохлопываем, улыбаемся, смеемся. Взяли зеркало или телефон, да, и смотрим, и говорим: ой, какая красавица, просто королева. Милая, красивая, любимая, счастливая, классная, да. Хорошо, молодцы. И давайте теперь наши ручки хорошо, хорошо растираем. Вот, чтобы у нас лимфа хорошо работала, все запускаем, потому что кровь, река жизни, она несет кислород ко всем нашим органам. Если не хватает кислорода к мозгу, происходит инсульт. Если не хватает кислорода к сердцу, происходит инфаркт. Происходят разные такие тромбообразные застойные явления. Поэтому нам очень важно, чтобы у нас проработаны были все мышцы, да, и мы их не только физически прокачиваем, но и массажем, да. Похлопываем. И обязательно что делаем? Смеемся. Хорошо, хорошо растираем. И вот эту вот зону хорошо прям растираем, растираем. Другую ручку. По-разному, прям щипковыми. И вот такими движениями, да. Вот прям как у вас просится, само тело подсказывает. И вот эту вот зону хорошо-хорошо разогреваем, прорабатываем, да. Здесь, конечно, еще хорошо отжиматься, силовые движения добавлять, да, для ручек. Это, конечно, тоже очень важно, да. И нашу вот эту вот точечку очень важную называют еще точка лидера, да. А, кто лидер, скажи, я. Хорошо, ее прогреваем. Кинг-Конг, сила. Давайте Кинг-Конга сделаем. Я. И очень важно вот эти части. Очень важно, я всегда обращаю внимание, да, потому что, ну, эти мышцы, они, как правило, у нас как-то меньше работают, да. Почему важно делать и физические упражнения, отжиматься, и отжиматься и спинкой тоже, вот, допустим, от стульчика, да, тоже очень хорошо. И эти мышцы мы обязательно, да, запускаем сюда тоже, кровообращение, прорабатываем их. Угу. И, конечно, очень классно взять вот такую мочалочку, ну или можете взять, что у вас есть. Но вот эта мочалка, она с одной стороны более крупные у нее такие вот зубчики, а здесь прям вот жесть, да? Вот. И берите любую щеточку, может быть, у вас вот такая щетка будет. Можно взять расческу, да. И хорошо-хорошо себя вот так еще проминаем. И одну ручку, и другую.
И когда вы в ванной купаетесь, обязательно, обязательно делайте смехомассаж. И вот эти вот места тоже хорошо, хорошо проминаем, да, мочалочкой. Ну, в душе у вас это будет лучше получаться, да? Поэтому всегда после смеха нашей энергии, любых наших упражнений, да, идем в душ, хорошо, хорошо себя мочалочкой прогреваем. И наш животик, поехали. У кого-то мочалочка такая есть, которая как варежка надевается, да? Ну, у кого что есть, желательно, чтобы у вас были разные атрибуты, потому что тканная мочалочка, она все-таки, ну, мягкая, да? А нам нужно себя так покруче разогреть. Поэтому вот так, хорошо, хорошо, и выше. Бока. И заходим на спинку сзади. Да, вот. Хорошо себя разогреваем, да. Можно взять щетку, вот такую вот щеточку, да, для расчесывания. Когда мы расчесываемся, это тоже, конечно же, наш массаж. Ненужные волосики, они выпадают, которые уже там еле держатся на их место. Потом густо-густо вырастают новые, да. Поэтому расчесываться тоже очень хорошо, по-разному. Да, и вот так, да. Вот, хорошо, хорошо расчесываемся, да. И очень хорошо почистили расчесочку. И очень хорошо ею массировать зону холки, спины, плечей. Вот, и так как у нее есть ручка, вот так мы себя хорошо, хорошо. Вот, да, у многих в это время начинают такие быть приятные ощущения, спинка почесывается, да, вот, снизу вверх. Вот так, вот, хорошо, хорошо себя. И животик, да. Вот так, хорошо. И можем помогать еще туловищем. У нас рука работает и корпус работает. Вот так разрабатываем все хорошо, нашу талию. Да. Да, хорошо, хорошо, молодцы. А сейчас наклоняемся и делаем массаж внутренних органов, делаем выдох себя. Когда в себя, можем похлопывать тоже. Итак, вдох, надуваем животик, выдох. Похлопываем и похлопаем его вот такими движениями. Итак, вдох, надулся животик. Наклоняемся. Добавляем смех, чтобы пресс хорошо работал. Кулачками. Снизу вверх, низ живота тоже, чтобы никакие фартуки не висели, никаких складок не было. Работаем, работаем. Повыше. И вот так теперь вверх живота. Ребром. Ладошками. Переходим на спинку кулачками. Вот эти вот места тоже, которые часто в складки переходят, да, они нам не нужны. Особенно, когда мы в купальниках и когда мы фотографируемся, да. О, вдох. И говорим, наше тело молодое, да. Наше тело гладкое, наше тело красивое. Еще раз вдох, потянулись и сбросили. Вдох. Итак, друзья, используйте массажные вот такие щетки, ну, как для массажа, да? Они вообще для расчесывания, но вы их используете не только для головы, а для всего тела. Очень хорошо, вот такие вот прям разогревающие. Ой, прям кожа такая благодарная. Прям такие, знаете, приятные ощущения. Да.
Вот прям купите себе такие банные всякие щеточки, они с длинной ручкой, удобные. И знаете, чтобы они были жесткими, выбирайте. Потому что, ну, как перчатка, ни о чем, да, намокла, и просто вы ею, как, не знаю, как салфетной бумагой трете, толку особо, да. Поэтому вот такими, чтобы жестенькими, вот так, чтобы у вас ручка прям была, да. Ходите в баньку, там, венечками себя хорошо делайте, да. Хорошо, теперь прорабатываем ножки. И идем от самого низа. И прорабатываем наши пальчики, да. Мы пальчики на ручках проработали хорошо, а на ножках пока еще нет. Прорабатываем и смеемся. Подергали прям каждый пальчик, потянули. Я вот детям, внучкам своим тоже это делаю, они ложатся, я тяну каждый пальчик, разогреваю каждый пальчик. Там за пальчики беру, вот так ножку трясу, да, стряхиваю. И хорошо-хорошо стопу, конечно, попрорабатывали. Летом очень хорошо, конечно, ходить по голышам. Вот мы, когда ретрит наш проводим, ну, кто знает, кто приезжает, тут у нас Ира, Людмила Пономаренко, да. Вот мы очень много ходим босиком по морским голышам. А когда к морю ближе подходите, там мелкая галька, мы по этой гальке и прыгаем, и бегаем, и танцуем, да. Теперь сверху хорошо-хорошо стопу тоже растираем. Вот эти вот выемки тоже, да. Сзади, вот над пяточкой, да, пяточку все проминаем. И теперь вверх идем вот такими движениями. Помните, крапива называли, да, в пионерлагере, кто делал крапиву? Вот мы сейчас вверх поднимаемся крапивой и смеемся. И растираем хорошо, да. И можем взять наши подручные средства, да. Вот такие или вот такие, или что там у вас есть. У многих какие-то свои там массажерчики есть. Используйте все это. И переходим от колена вверх. И тоже вот такими же движениями. Да. И идем от колена вверх. И хорошо-хорошо проминаем. Вот, чтобы у нас ненужное все уходило. Чтобы не было никаких таких, знаете, твердых залежей. Вот так, как тесто все разминаем. Из-под низу тоже, да. И смех добавляем, смех убирает калории, да. Смех позволяет нам быть стройными. Убирает все лишнее, все ненужное. Да, вот так хорошо-хорошо проминаем, растираем. И тоже хорошо вот так берем щеточкой какой-нибудь жесткой. У кого нет щетки, расчески берите. Такие щетки, как я показала. Теперь можно вот этой стороной, да? Или если у вас щетка. То есть прям попростукивать. Прям попростукиваем. Играем на барабане. И внутренняя сторона. И вот так, внутренние и внешние. Вот так, хорошо. И другую ножку поменяли. Здесь погладили, да. Пожалели, да, что мы ее немножечко побили. Ничего. И другая ножка. Пальчики хорошо растираем. Да. Стопу проминаем, пяточку. Пальчики потеребили. Растопырку сделали, потянули. Пощипали. Хорошо-хорошо их разогрели. Да. На себя, к себе покрутили. Так. И пошли крапива снизу вверх. И вот такими движениями, да, наверх. Похлопали. И переходим к верхней, да, выше колена.
Верхняя часть ноги и хорошо-хорошо тоже проминаем внутреннюю часть. Да, она у нас как-то пореже тоже работает, поэтому важно тоже делать упражнения, ноги в сторону, вместе лежа, допустим, на спине, или когда вы в спортзал ходите, там специально есть такие вот чтобы вы их как с усилием сжимали, чтобы прорабатывались и внутренние мышцы, и вот такие внешние. Хорошо, да. Ах, разогрели, похлопали. Берем наши какие-нибудь предметы, расчески, да, щетки. Можно бутылочками. Да, можно набрать полиэтиленовую бутылку воды и тоже прохлопывать. И нашу попу. И снизу вверх вот так, чтобы красно было, как после баньки, да. О, хорошо, потянулись. Еще раз вдох. Да. И релакс такой, да. Вы можете просто себя поглаживать, да. И говорим, какой чудесный день. Мое тело молодое, красивое. Я становлюсь прекраснее. С каждым вдохом, с каждой улыбкой, смехом, с каждым днем, с каждой зарядкой, да. Попроглаживали себя. О! Как вы себя чувствуете, друзья? Конечно, очень хорошо после массажа, да, делать зарядку. Хотя бы вспоминаем и делаем колосочки на ветру, да, или, как мы говорим, водяные растения, да. Вот мы хорошо-хорошо размялись. Давайте попьем водички. Водичка у нас тоже заряжается нашим смехом, нашими добрыми словами. И после массажа, конечно же, полезно пить водичку. Обязательно еще сделайте упражнения физические и потом в душ. В душ и в душе тоже себя хорошо-хорошо растираем и делаем контрастный душ. Холодно, горячая, холодно, горячая. А потом ведерко воды на себя. И обязательно смеемся. Когда говорим, я желаю тем людям здоровья и счастья. Давайте поднимаем ведерко. Я желаю себе здоровья и счастья. Я желаю всему миру здоровья и счастья. Начинаем смеяться, а потом выливаем. И потом берем жесткое полотенчико, такое вафельное, да, и так растираемся хорошо, и всем корпусом помогаем, чтобы у нас вот талия работала. Такие вот шарики, да, тоже можно, да, применять. На столе их катайте разными частями, да, вот пальчики особенно хорошо вот так проминать. Особенно вот людям в возрасте, да, или у кого там, может быть, инсульт был. Вот очень надо, важно проминать, и на них вот такие вот точечки, да. Поэтому вот чем больше мы делаем всевозможных разнообразных движений, да, вот, тем лучше для наших пальчиков, чтобы мы усиливали кровообращение. О! Побежали в обнимашку! Побежали! У нас скоро отключится. Хо-хо, ха-ха-ха! Хо-хо, ха-ха-ха! Хо-хо, ха-ха-ха! Да!
хорошо, да, лучший день, да, миру мир, Да. да. Как ваше самочувствие, скажите? Тадлесы, Отлично. как ваше Лариса, настроение? отлично. Что-что? Отлично. Только вот окошки почему закрыты у многих? Друзья, энергия – это такое дело, когда мы открыты, когда мы распахиваем наши окошки, да, мы говорим, заходи, все ко мне, да, и вот тогда и в нас залетает вся, вот идет обмен такой, вся эта энергия, все эти гормоны радости, а закрыто – это вы себе поставили такую заслоночку, и все.